Согласно поручению президента Коры Сукуно, с прошлого года отмечается не только на Западе, но и по всей территории республики. В текущем году атрауцы подошли к его празднованию по-особенному. Местные артисты с концертной программой посетили общественные места города и подарили жителям праздничное настроение. Национальная одежда, звуки дамбры, народные песни. Местные артисты, вышедшие с целью подарить жителям праздничное настроение, прошлись по улицам города, прокатились на общественном транспорте. Все артисты Атырау объединились сегодня, чтобы поздравить местное население с праздником Курусу. Пусть все плохое останется позади, пусть год подарит нам лишь приятные моменты. Пусть в нашей стране царят мир и согласие. Всех с праздником. Я родилась в Казахстане. Неотъемлемая часть Курусу – приветствие рукопожатием и теплые объятия. Здоровые обычно говорят «брыжасыңмен». В этом словосочетании и пожелание долгих лет, и радость от того, что человек видит знакомого в здравии после зимы, и вера в удачливый Новый год. Важно сохранить традиции праздника для последующего поколения, поэтому артисты побывали в центре имени Абая, встретились с педагогами и учащимися. Далее творческий коллектив посетил международный аэропорт Атырау имени Хиуаз Доспановой. Сыграв известную кюю на народных инструментах, они подарили волшебное настроение всем присутствующим. Прибывающих пассажиров в этот день встречали с шашу. Гости города были очень рады местному гостеприимству. Особенно порадовала их концертная программа. Только прибыл в Атырау, меня встречали в лучших национальных традициях. Это приятный сюрприз. Благодарю организаторов за праздничное настроение. В основном праздник распространен на западе Казахстана. В этот день принято прощать и просить прощения. С праздником всех казахстанцев! Празднование Курусу Куна не ограничивается лишь одним днем. Ранее было предложено отмечать в Казахстане Наурыз в течение 10 дней. Правительством была подготовлена соответствующая концепция. Таким образом, праздник Наурыз, начавшийся с 14 марта, продолжится до 23-го. При этом каждый день имеет свое название. Кымбат Айыр Кызы Сулхия Каттар Кызы Тлекабыл Кумаров, телеканал Атырау.